Напишите Скулу спасибо большое за большой донатный сайфер. Благодаря нему это стало возможным. А мы отправляемся, получается, слушать этот трек. Так, сейчас. Let's go, посмотрим, что нам Скул заказал. Цинк уродов, Лове. О, мы были уже на этом альбоме, да? Чепуха. Да, мы уже что-то слушали. Улица разбитых гопарей, да, вот улица разбитых гопарей точно были. 20-й год, ничего не написано. Но от цинка мы чего ждем? Самобытности и, конечно же, сильного парта этого, как его, где, вот Кулакова, да. Let's go, погнали. Там новый трек от них вышел, и батл ебать. Кстати, я что-то видел, да, анонс, они на батле реально участвовали, да, всем составом, серьезно? Бля, ну это сильно. Это новый трек от них вышел. Фацовского. Какого нахуй Кулакова? Фацовский, да, выдавал? Бля, я не помню уже. Ну давайте сейчас мы и выясним, кто этот самый крутой исполнитель из троих. Чего у тебя с памятью? Блядь, ну сорян, чуваки, ну сорян. Ну что я могу сказать? Ну, забыл, бывает. Кулак разъебал. Ну погнали. Да-да. Окей. Игра закончена, гейм овер, пидоры. Осуждаем! Курили дрова. Если я хочу, то меня не обломать. Если бы два плаве или принимала бой, это тип кидала, ебала ломай. Нас не поймали копы в этих барах. Пара пакла, Джонни и Травмат. Газовая перцовка, пионеры, ураган. Какой это релиз на твоих ногах. Ебать. Я не занимал у Феди, это мои бабки. Плюс немного нелегальных денег с продажи отдавки. Ну тогда давай тот тречок от Кей-Глочка тоже вне очереди. Кей-Глочка. Егор, спасибо большое еще за соточку. Окей, после этого трека тогда послушаем. Окей. Еще раз. Да-да. Окей. Игра закончена. Гейм овер, пидоры. ЦУ. Все в наших руках. Надо бабла. Что там за демила, мы курили дрова. Если я хочу, то меня не обломать. Если бы два плаве или принимала бой, это тип кидала, ебала ломай. Нас не поймали копы в этих дворах. Пара пакла, Джонни и Травмат. Газовая перцовка, пионеры, ураган. Какой это релиз на твоих ногах. С нами все бонхеды, они любят пофакать. Твою мать, стиль не проебать. Я могу на стиле голову ебать, ебать, мой хуй будет чё, мои хуй. Старичок, это дурь, я колдую. Я сам хую пар, цо, нами, на под нами, мой темп. Блат, на мой КПЦ, гадем, тем. Наблетаю с антен, взял тен, чтобы было потом. Это мой блядь, тем, УВД, МВД, ВСВ, ДПС. Это те, кто тут кладут вам бес. Делай головы, но я не знаю, что потом. Неделя паровоза, я как ёж сижу домой. Ты роняешь твое мыло, захожу к тебе во двор. На подъем, мою душу успокой. Горилла юго-запада прострелит твою голову. Нахуй вашу моду, мы цинкуем микрофоны. Вам из грязи, из говна, палки, тропли, метедрона. Лучший друг лишь тот, кто ебёт твою подругу, мэн. Заплати мне лучше налом, ведь я враг номер один. Ночью себя ловлю с нирваной. Твоя мама продает мне героины. Это правда, мой подъезд, это притон. Для всего теплого стану был. Но сейчас все по-другому. Мы даем в рот всему хип-хопу. Это грязь и криминал, это мрази внутривенно. Это звук густой молочницы. Идет в свои пещеры, сука. Прокуратура с вами! Я бы готов ранить тебя на поступок. Я люблю тебя и красивых проституток.
дыму соешь пельмень свой на вебку, мне блич. Я заливаю эту сынку, чего лечь, что в типах много дури, очень много дури. Но мы ее не гулим, нет, мы ее не гулим. Что ты пнешь шалы, нам парень просто дури. Что вторые в рацию свистят, а мы торгуем. Мой хуй на вкус, как сладкая вата. Девочки его едят, выглядит пиздато. Просит до тебя еще им почему-то мало. Но после первого раза мне уже падло. Эй, сука, вытри, блесни у свою помаду. Я взрываю их сердца, я молодой Бен Ладен. Ой, да ладно, ой, да ладно. Чёрт, люби её, Анаси, ему прохладно. Хороший трек, хороший трек. Все себя хорошо показали. Мне очень нравится, что вот я помню, что у нас там было, что два MC похожи друг на друга, а вот третий очень сильно выбивается. Здесь у каждого своя идентика. Это приятно. По харизме потащили. По харизме потащили. Хрон неоправданно большой, пизда просто. Но при этом вставили прикольчики, да, вот тут, тут у нас хук, да, вот он бридж, да, типа разбавляем атмосферку. Затянутый куплетос, затянутый, большие пиздец, но при этом стилевый и кочевый, что очень важно, очень хорошо качает цинк, молодцы, огромные молодцы. Круто, круто, держит планку, держит планку. Я понимаю, да, что мы уже отсюда слушали что-то, но в любом случае, так или иначе, когда предлагаются новые треки цинка, обычно это не какая-то хуйня. И это радует, и это радует. Огромные молодцы, в этот раз все втроем мне понравились. Все понравились, плюс хук, ну это пиздец. Это прям so good. А что-то вот почему-то по вайбу напомнило какой-нибудь Кейптаун, знаете, вот что-то, короче, такое, вот есть вот какое-то. Что-то от Кейптауна в этом хуке есть. Не знаю почему, но почему-то напомнило. Круто, круто. Им бы хрон чуть поменьше делать, я понимаю, да, что это типа у нас андерграунд и вся остальная история, и хронометраж, все дела, побольше высказаться нужно. Но вот чуть поменьше хрона, и я бы кайфанул. Так для меня немножко затянуто, но при этом стилево. Молодцы, красавцы. Мне тут, блядь, сказать нечего. Мы уже прослушали, да, что ты... Мы услышали «Улицу разбитых гопарей» отсюда, и это было, по-моему, неплохо. И поэтому, да, они продолжают держать марку на этом альбоме, на этом EP, да, что это такое. И это good, это good. Спасибо большое, Эдем. Это крутая работа, да.